сейчас я проверю, как магнитотерапия влияет на организм человека и для чего предназначен аппарат магнитотурботрон. Однозначно он позволяет улучшить общее самочувствие. Кроме того, улучшает мозговое кровоснабжение и насыщение миокарда кислородом. В результате нормализуется артериальное давление, снижается уровень сахара в крови, повышается иммунитет. К несомненным преимуществам также можно отнести отсутствие побочных эффектов и хорошая переносимость процедуры.